Вот она, игла в небеса, на сферу. Долбит прямо в мозг. Страшная штука. Знаете, на самом деле самая интересная, ну не самая, а очень интересная штука — наблюдать за блоками в осознании. К примеру, человеку долго-долго врут и говорят неправду, обманывают, искривляют всячески, а потом постепенно до человека начинает доходить. Гибкость сознания — вот что невероятно важно в наши дни. Добрый вечер, друзья, утро, ночь, день. Любое время. С вами снова я, Захарыч Блаженный. И хочу вам сказать, что нет ничего печальнее, чем зрелище мужчины полного сил, который уже прожил большую часть жизни, или женщины, но чаще мужчины, и женщины одинаково, который начинает осознавать, что его обманывали. И самое жуткое, когда этот человек, искомая персона, о которой мы говорим, когда этот человек начинает надстраивать чужую ложь собственными домыслами. Вы представляете? И такое происходит постоянно, повседневно и регулярно. Ложь, которая изрыгается нам из телеящика, эта ложь, она настолько банальна, нелепа и противоречит здравому смыслу, что кажется, подуй. Она прахом разойдется. Но люди упорствуют сами в своих ошибках. Почему? Гордыня и ложь. Вот коктейль, который окутал души россиян. Гордыня, она на самом деле происходит из слабости. Почему? Потому что сильному человеку не нужно подтверждение в своих силах, в себе самом. Сильному духовно, не телесно. Люди же, которые склонны к агрессии, склонны к решению ситуации радикальным способом, зачастую слабы. Да-да, просто слабы. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я остаюсь с вами. Вот, хотя мне уже пишут, чтобы я манатки собирал. Нет, манатки через А пишется. Манатки. От слова ману — рука, ручная кладь, манатки. Понимаете, это латинский язык. Пожалуйста, хотя бы ругайтесь без ошибок. Хоть что-то вы в слове из трех букв неприличном ошибки делаете. Почему? Невероятный отток мозгов из России. Как сказала Наталья Касперская, айтишники бегут отсюда табунами. Цитирую. Что ж, доброго всем вечера. С нами мы с Богом, и я с Богом, и надеюсь, что все мы. И давайте все-таки жить веселее, бодрее, не бояться ничего и сохранять человеческое достоинство. Позволю себе, Святослав. Опа! Достаточно страшная штука. Это останкинская игла. Доброго всем вечера. Вот она, игла, злая игла.